Зараз у Гомельской области проживает около 500 человек, которые имеют потребу у нырочно-замещальной терапии. Причина – нефросклероз, простей кажучи, зморщенная нырка. Это может быть следствием природженной патологии, наступством артериальной гипертензии, цукрового диабета, других набитых захворваний. Усяго в области работают 9 отделений нырочно-замещальной терапии. Как работает отделение гемодиализу у Речицкой центральной районной больницы, доведалася Светлана Князева. 3 красавика отделение гемодиализу у Речицы, а значит, первого давину своего існования. На момент открытия отделения тут обслуговывалось 16 пациентов. Сегодня назирание ведется за 25 пациентами с нырочной недостатковостью. Дадзены объект, безумоўна, был вельмі патрэбны району. Сёння ён дапамагае вырашаць сур'ёзную праблему, палягчаючы жыццё хворым. Гемодыяліз – метад ачышчэння крыві паза арганізмам, у выніку якога выдзяляюцца токсічныя прадукты абмену і нармалізуюцца электралітны і водны баланс. Больные с терминальной почечной недостаточностью, они у нас наблюдаются, и они, как бы их жизнь поддерживается аппаратом искусственная почка. Они посещают наше отделение 3 раза в неделю по 4 часа. Доставка пациентов на процедуры ожидается социальным такси. Оно забирает из дому и допомагает вернуться после процедуры. А не так давно пациентам пропоновали перитониальный диализ. Хворые сами его проводят у домашних умовах. У отделения диализу приезжают только на контрольные огляды 1 раз в месяц. До открытия отделения людям приходилось ездить у Гомель. Это было вельми незручно. На поездку тратилось шмат часу. Зараз это займает несколько годин. Покольки отделение межрайонное, махшимость користаться его послугами з'явилася и уже хоров соседних райцентров. Хворые с Хойника, Убрагина и Лоева теперь ездить только сюда. Это зручней и ближе. Совсем другое отношение здесь. Вообще, врачи внимательны очень. Чуть что тут, как тут. Сразу. Анализы все выровнялись. У нас, мы приехали, ни одного из нас не было хорошего гемоглобина. А теперь мы остановили все. Отделение працуе у 2 смены 6 дней на тыдень. Назирание за хворыми ведут 2 врача. С 25 пациентов 20 находятся на гемодиализе и 5 на перитониальном диализе. Светлана Князева, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» из Речицкого района.